Такими селфи на железной дороге кишит интернет. Подростки забираются на вагоны, выбегают перед поездами, и это после череды трагедий, когда молодые люди погибали в попытке сделать удачный кадр. В Московской области депутаты даже предлагают ввести штрафы за опасные фото. В Бузулуке во время летних каникул задержали школьников, которые фотографировались на высоте более 6 метров. Поэтому перед началом весенних каникул в школах объясняют, игры на железной дороге слишком опасны. Происходят травматические случаи, в результате которых бывает и с смертельным исходом, и увечья. Это, конечно, очень плохо. Есть у нас пешеходный мост, на который вы часто приходите, иногда там гуляете. Ни в коем случае нельзя подниматься на ограждение моста, свешиваться с моста. Это тоже все опасно. Специалисты проводят уроки по безопасности, распространяют памятки. Особое внимание уделяется учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой, как это 9-я школа. Не переходить железным путем в положенном месте. А если переходишь, то нужно хотя бы без наушников не слушать музыку, внимательно просмотреть всю дорогу. Если проезжающий поезд, то можно, как ветер может попасть и затянуть может под поезд. А с рядом стоящим поездом он может двинуться, можно споткнуться, упасть под него. О нормах поведения на железной дороге школьники знают, но эти правила словно испаряются. Стоит подросткам оказаться на путях. Только с начала этого года за переход в неустановленном месте задержано 11 несовершеннолетних. Правонарушения бывают разные. Мелкое хулиганство, распитие, курение, появление, состояние алкогольного опьянения. Все это наказуемо. Отрицательный пример в первую очередь подают сами взрослые. Вот так, не стесняясь камер, бузулучане нарушают правила. Оправдываются, ближайший переход находится слишком далеко. Там интенсивное движение и сложный подъем. Может быть, если решить эту проблему, люди перестанут каждый день рисковать своей жизнью. Анастасия Матвеева при поддержке Бузулук-Информ. Новости дня.